И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по прошлому ролику мотоцикл заставили двигаться, значит, все нормально работает. Усложняем эту тему и давайте добавим теперь машину. Так. Удаляем мотоцикл. Так, единица на нампаде, свет, камеру отключаем. Так, это сумка. Что это тут сумка делает? А, вот, кстати, сумка для Индиана Джонс. Видите, она реалистичная, да? И, в принципе, к этому персонажу она не подходит. Так что удаляем. Почему? Потому что здесь должна обычная быть такая тряпочная сумка. Ну, чтобы по-простому было. Просто персонаж мультяшный и, в принципе, все зашибись. Так. Что будем делать? Попробуем оттащить этого персонажа в бок. Теперь файл импорт FBX. Закинем сюда грузовик. Где он у меня тут? Так, грузовик. Вот такого, значит, я скачал грузовика. Прикольный вроде техника. Так, отделил я ему колеса, чтобы крутились. Так, вот эти два колеса, смотрите, каким образом их отделяем. Зайдем в Edit Mode, выбираем, сбрасываем выделение, английское, так, N панель, Screen Cascade, и, значит, английское L, 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 выбираем все вот эти вот детали, валы, покрышки, смотрим со всех сторон, чтобы все было выделено. Гайки тоже L, 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 L. Ну а теперь P Selection. И вот у нас получается отдельное колесо. Двойное в этот раз. И посмотрим, как будет работать. Значит, что у нас тут? Раз колесо, два колесо, три. Так, стоят ровно, все нормально. И вот здесь точно такая же фишка. Ну раз они уже отделены, но по двое. Значит, Edit, и как можно сделать? Рентген включить и просто выбрать полностью колесо. Так, есть такое дело. Ага. Точно так же я, значит, отделил вот эту дверь. И теперь что можно сделать? Ну, потом можно будет настроить вот эти стекла. Вот это все дело. Но я хочу, чтобы наш персонаж, значит, залез в кабину. Тут чуть-чуть почему-то двери неплотно стоят. Надо это дело будет исправить. Ну, машина хорошая. Ну, наверное, не военных годов. Но уже, когда он, значит, искал вот этот хрустальный череп. В принципе, такие машины, наверное, и были. Ну, погнали. Тройка на нампаде. Так, что у нас тут? Выбираем. Ага, у нас тут машина стоит неровно. Так, теперь надо ее выровнять, чтобы у нас потом не было казуса. Так, есть такое дело. Ну, опять же, что делаем? Добавляем append empty plan axis. Пусть он стоит под низом. И теперь что нам нужно? Добавить кости, значит, нашим вот этим всем деталям. Значит, выбираем Add арматура Single Bone и заходим в Edit Mode. Так, опять же, это будет у нас root кость. Мы ее выбираем G, опускаем. Теперь делаем что? Shift D, дублируем кость, ставим все это дело viewport display in front, чтобы видеть. Так, это будет у нас все цельное, да? Угу. Так, теперь что у нас? Корпус цельный, нам нужно косточку на дверь и косточки на колеса. Значит, что делаем? Shift D, дублируем, делаем S. Уменьшаем, тут без разницы куда, ну, можно аккуратненько поставить по центру.
Теперь делаем Shift D. Это будет еще одно колесо. Делаем Shift D. Это будет еще одно колесо. Так, теперь выбираем вот эти колеса. Единица на NumPad, делаем Shift D, щелчок, правая кнопка мыши Mirror X Global. Переворачиваем по осям и подставляем к другим колесам. Так, ну в принципе задние должны привязаться. Тройка на NumPad. Значит, все колеса выбираем. Так, передние колеса будут крутиться, поэтому знаете, что сделаем. Сделаем им такую штуку. Так, 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 так. Можно их будет крутить вот этими аксисами. Но тогда будет и задние крутиться. Но можно, значит, к этим передним добавить еще один вот этот empty. О, давайте, кстати, попробуем. Можно, значит, по прошлым роликам что мы делали? Как только начинаем мы крутить колеса, у нас начинается там, ну, неразбериха, да? Ломка. Потому что вот эта empty, она тоже должна прописываться и крутиться. Значит, будем все это дело делать двумя вариантами. О, будет два варианта. Значит, так, вот эти все колеса выбираем, вяжем центральный Ctrl-T, тип offset, а центральную вяжем к управлению, ну, к empty. Не к empty, это как root кость, Ctrl-P, тип offset. Так, теперь сделаем Shift-D. Косточку сдублируем. Угу. Семерка на NumPad, значит, R ее перекрутим. Единица на NumPad. Заведем ее в нашу кабину. Семерка на NumPad. И значит, из этой косточки вытянем еще одну косточку на нашу дверь. Но, как видите, у нас далеко стоит вот эта кость, мы ее выравниваем с дверью, ну, по вот этой вот, как ее сказать, по петлям. И можно даже вот на петлю ее подогнать. Так, тогда вот это G уменьшаем. Ну, надеюсь, что дверь будет адекватно закрываться, открываться. И вот эту кость вяжем к этой кости. Через Shift, левая кнопка мыши, Ctrl-P, все, она привязана. Потому что мы сдублировали уже привязанную с колеса. Так, ну, в принципе, все, да? Угу. Ну, тут теперь опять же, что у нас? Дверь выбираем, выбираем кости, заходим в Pose Mode и выбираем вот эту косточку, вот эту вот. Делаем Ctrl-P, Bone. Так, выбираем кость, семерка на NumPad, пробуем. Все, вы видите, что дверь открывается. Ну, внутри, конечно, все хорошо. Нету двигателя, нету... Ну, она, в принципе, для анимации не столько важна. Alt-G, Alt-R. Закрываем. Ну и погнали дальше. Значит так. Выбираем всю машину, вяжем ее в центральной, значит, косточке. Которая все будет держать, Ctrl-P, Bone. Следом то же самое проделываем с костями и с колесами. Так, еще одно колесо осталось. Ctrl-P, бон. Так.
Выбираем нашу, значит, в Object Mode Empty, вот эту одну. Оттянем ее к центру. Вяжем ее на вот этот, значит, на первую Ctrl-P. Бом. Проверяем, что у нас тут. Все прикреплено. Видите, машина все оснащена. Так, теперь нужно будет нам, походу, две вот эти эмки. Одна на передок, а другая на задние колеса. Shift-D. Щелчок. И ровненько ее лучше подвести к нашим вот этим посередине колесам. Смотрим, чтобы она тоже была Ctrl-P. Бом. Привязана. А, не так я ее. А ну-ка, вот так. Postmod. А ну-ка, Ctrl-P. Бон. Ну, в принципе, главное, чтобы вот эти вот empty не привязались к колесам. Так, все это дело я привязал. Так, теперь что? Настраиваем N-панель. Тут уже не прокатит. Настройка будет у нас вот здесь вот, в Object. Не знаю, почему тут она стала не работать, вот эта штука. Может, так настроено, значит, в этом. Как его сказать? В этой версии 3.6. Много я тут сбиваюсь. Ну, здесь, значит, будем настраивать. Так, теперь нужно ее покрутить по X. Ctrl-Z. Выбираем ротацию по X, нажимаем. На английский переходим. Теперь Shift. Решетка. Фрейм. Укосина. Ну, ставим, давайте, 10 пока. Так, колеса крутятся. Нормально. Так, на первый кадр ставим. Выбираем колесо. Тут, в принципе, здесь вот, наверное, два колеса можно и, значит, как сказать, объединить. Угу. Тогда будут они вместе крутиться. Не проблема. Заходим, тестим. Выбираем одно колесо, выбираем второе, делаем Ctrl-J. Объединяем. Выбираем два колеса. Заходим, значит, куда мы? В Constraint. И находим Copy Rotation. Выбираем нашу Empty. Y, Z. Так, вот здесь уже, видите, какая штука получилась. Почему? А потому что у нас не выставлены вот эти вот, сейчас, Shift. Так, погодите, это Object Set Origin 3D геометрии. Вот. Так, и по-моему она чуть сдвинута. Ну ничего, сейчас посмотрим. Значит, опять же, Copy Rotation. Опять же, наша M-ки. Ну, вроде не сдвинулись. А ну-ка. Вперед крутятся. Не есть good. А, ну правильно, они вперед и должны крутиться, да? Ну да. Во. И теперь, если мы захотим повернуть колеса, то семерка на нампаде, нам нужно просто будет чуть-чуть M-ки вот так повернуть. Ну, надеюсь, не сильно ушла она от вала. Так. Ну, в принципе, что? Ушла, конечно. Но не так уж это все страшно. Тем более, поворот это, если... А ну-ка, а если мы теперь вот эту M-ки... А ну-ка, G... А, она не привязана.
Ну, поворот есть, и, как говорится, и на том спасибо, да? В принципе, в анимации, кто там будет смотреть, куда там вал повернулся, это, в принципе, можно весь вал вертеть, тогда все будет нормально. Ну, не, это не косяк. Это все нормально. Во. Значит, сильный не будем давать ему поворот. Будет как-то больше по прямой. Ну, где-то повернет, конечно, с заворотом. Так, следующее у нас. Тоже получается у нас. Так, МТ по иксу. Ставим фрейм. Укосина и тоже 10. Одинаковые показания должны быть. А ну-ка. Почему не по фрейм? Ага. Ротация по иксу. А ну-ка. Ну, все работает. Теперь что у нас? Что за косяк? А, неправильно напечатал. Пардоньте. Так, значит, тогда эту delete и добавим тогда другую. Раз ее нельзя дублировать, наверное, да? Угу. По иксу ставим решетка раме укосина. Десяточка. Во. Теперь выбираем, значит, что у нас? Одно колесо. Где оно тут? Constrainy. И, значит, copy rotation. Так, а здесь вот в принципе что? Ну задние швертеться не будут. Можем тоже их объединить. Ctrl-J. И здесь вот так вот тоже Ctrl-J. Вот, тогда у нас будет две пары колес. Все, тогда первую пару, значит, на Constrainy Copy Rotation, на нашу вот эту штуку. И опять же косяк какой? Set Origin. 3D геометрии. И эти тоже тогда. Set Origin к 3D геометрии привязываем. Constraint, Copy Rotation. Так, теперь опять же на нашу вот эту косину. На empty. Смотрим. 47 кадров. Ставим. Ну давайте 300. Ну вот уже они дольше крутятся нормально. А вот эти колеса мы должны настроить на эти. Вот. Теперь тоже Copy Rotation. Выбираем эти теперь колеса. Ну как в ролике. И теперь что у нас получается? Только здесь X, Y, Z. Включаем. Ну, все нормально. Все хорошо, все работает. Теперь. Что можно сделать? Давайте поприкалываемся, да? Как это все сделаем? Тройка на numpad. По-простому давайте Shift A Mesh. Добавим план. Сделаем плану S. Сделаем плану растяжечку. Вот так, да? Теперь, типа это будет асфальт, давайте назначим ему цвет
какую-нибудь или текстуру потом добавим. Потом текстуру добавлю. Пусть будет серая какая-нибудь. Во. И что хочется сделать? Значит, Shift A. Mesh. Добавляем еще один план. Делаем ему S. Вот так вот. Угу. Теперь подгадываем его под дорогу нашу. Вот так. И значит заходим в Edit Mode. Подразделяем его Subdivision. Так, в несколько раз. Еще разочек. Заходим в Sculpt Mode. Сделаем, что у нас F. И значит вытянем какие-то полигоны. Так. Глаза уже не видят ее. Так. Ну, большие не нужны. И, значит, тут тоже вытянем. Хочу потестить, как будут колеса при анимации, значит, себя вести. Вот, допустим, тут шишка. Так, а тут будет... Ну, пускай спереди шишка, да? Ну, типа неровная дорога. Во, я что хотел. Во. Теперь сделаем какую штуку. Вот эта штука у нас будет двигаться. Значит, мы ее отодвинем вот сюда. Можно даже подальше. Пропишем и... Локация. О, не тут. Стоп. Это значит вот эту штуку. G на первый кадр. А здесь будет 300, да? И он будет заканчиваться вот здесь. Пишем и локация. Ну вот, типа он едет. И вот они, шишки будут попадать. И мы потом анимацию сделаем по колесам. Все, это дело нормально. Так, ну что, давайте еще кое-что сделаем. Так, это я хочу... Так, вот так сделаем. Так. Edit Mode. L, L, P, Selection. Потом, что я все туда лезу. Теперь выбираем дверь и заходим в Edit Mode, L, L, P, Selection. Стекла я пока, значит, скрою. Ну, будет чуть-чуть вот таким вот образом смотреться. Ну ничего. Там у нас будет персонаж Джонс. Так, по кадровку давайте теперь. Значит, выбираем нашего персонажа. Заходим в Pose Mode. Выбираем ему площадку. Значит, GGG. Единица на нампаде перетягиваем. Так, семерка на нампаде. R. Ну, не знаю, стоит делать анимацию, что он залазит. Так, тогда получается семерка на нампаде R больше переворот.
Так, у ступеньки где-то он должен стоять в боку. Так, выбираем, значит, ему в руку. Делаем R. Так, теперь выбираем позвоночник, делаем R. Угу. Голову перекручиваем на ручку. Ручку, значит, ну, типа он дверь открывает, да? Так, перекрутить тут нужно уже будет ключицу. И, короче, вот такая штука долгая, да? Вот это вот все залазение в машину. А, и так, локрот. Следом у нас идет 10-й кадр. Опа. Так, а что такое? Так, вот эти кадры можно удалить. Так, на 10-м кадре. Так, здесь он у нас должен перекрутиться. Значит, аж 6 как R побольше. И значит, вот эту ту-ту-ту. G. Дверь надо открыть. А чтобы дверь открыть, нам надо еще выбрать кости машины. Так, постмод. Локрот дверь пропишем. Теперь на 10-м семерка на нампаде, чтобы понимать, как открывается дверь. Значит, дверь открываем. И локрот. Значит, тут он уже что у нас? Ногу. Так, что у нас тут с ногой? Так, таз поднимаем. Так, колено, надеюсь, это его колено, ну да. Так, где у нас тут кисть, рука? Так, значит, это рука вот здесь вот, на окно уже ложится. И что мы делаем? Значит, у нас семерка на нампаде. Перекрутка, значит, тело идет. Во. А. И локрот. Так, промежуточный кадр. Значит, здесь у нас тройка на нампаде. G. Нога еще на месте стоит. Таз. Угу. Так, эта рука, значит, открывает дверку. Голова смотрит, значит, на эту штукенцию. И эта рука уже, так,
Вот эта рука уже, значит, у нас за что-нибудь этакое держится. Это значит, она должна уже подходить вот к этой нашей штуке. Так, а вот эта рука у нас, нога уже подходит сюда, и значит R, тело перекувыркается и уходит в кабину, да? А, это уже на 20-м будет. Так, где тут у нас нога? Так, вот эта рука у нас все равно продолжает тянуть. Погоди. Это я тут управляшки не вижу. А ну-ка, Alt H. Он. Куда-то убежала. А, вот она. Надо потом исправить, привязать это дело. И теперь он, значит, берется рукой, которую я не вижу. Так, перекручиваем руку. Джи. Значит, это он уже тянется к рулю. Так, а и его крот, ну, потом для шлифовалка будет потом. И, значит, на 30-м кадре, так, на 30-м кадре нам понадобится, значит, какой кадр? А пускай будет нулевой, английская, так. Площадку выбираем английская А. Так, теперь Shift D дублируем на 30-й. А что ж такое? Так, а ну-ка, Delete. Так, так, так. Выберем только Джонса. Зайдем в PostMod. Shift-D, дублируем всю покадровку. Вот, перенеслась. Теперь выбираем площадку, делаем семерка на нампаде R. Тройка на нампаде, значит, G. Так, и теперь, значит, за тазовую кость тянем G. На сидушку. Так, опять же убираем площадку и подгадываем, чтобы он, ну, за рулем сидел. Во. Рука у него теперь должна быть на рулю.
А где тут? Так, значит, это вот, а вот наш. Надо их потом привязать, вот эти все причиндалушки. Так. Ох, ё, у него еще праворульная, да, идите-то, вот это я закосячил. Ну ладно, мы ему потом перенесем, значит, руля. Вот здесь вот уже надо будет отдельно потом с рулем все это дело химичить. Так, раз. Всё, там вот за штурвал держится, там то сюда. Пропишем А и Локрот. Смотрим, появились ли промежуточные кадры. Конечно, появились. Все нормально. Только здесь еще оказывается бортик. Я его тут... Так, еще, значит, больше он голову тут опускает. Больше у него заворот. Вот. А, и Локрот. Ну, по примитиву так раз. Почему нога у него скользит? Надо это дело исправить. Значит, вот эту ногу надо, ага, надо G вот сюда на вытяжку. Но здесь она должна перекрутиться. Но это желательно вот этим крестиком делать. Во, поживее это все дело будет. Так, ну в принципе что? Так. Не очень есть комфортно, да? Надо еще будет чуть-чуть подсадить, чтобы нога... Ага, вот, мягче было. А, И, Локрот. Вот теперь нога на месте, все, шлеп. И, значит, на 40-м кадре он у нас семерка на нампаде, значит, голову поворачивать в сторону двери, и одновременно, значит, у нас G вот эту руку он ведет к окну. Ох ты, далеко вот это все дело получается. Значит, надо, чтобы он еще наклонился, еще раз перегнулся побольше. Во, тогда он в принципе достанет до своей цели. Так, и что еще у него мешает все это дело совершить? Это значит ключица. И еще, значит, вот эта штука, которая должна выпрямлять тело. Во. И желательно, чтобы он за окно аж потянул. Вот за эту часть. Так, ну, не достает. Так, значит, раз не достает, поможем. Так, так, чуть-чуть поближе. Все, вот теперь он достал. Но рука у него еще изогнута, поэтому нужно опять же доигрывать ключицы. Семерка на нампаде. R. Во, теперь поживее будет. Но видите, что тело пролазит через рубаху. Это все потом ликвидируется. Ролик, значит, на канале есть. Прописываем вот эту штуку. А, И, Локрот.
И находим, что у нас. Object Mode, выбираем еще кости нашего вот этого машина, да? Так, теперь Pose Mode. И нам нужно эту дверь прописать семерка на numpad. R. Он закрывает. А, стоп. Вот так. Так, а ну-ка. Раз он залазит. 40-й. И это где-то 45-й кадр будет. Выбираем нашу вот эту, значит, руку персонажа, дверь. Семерка на numpad. И, значит, R. Это все закрываем. Вот так. Одновременно, значит, в этом же кадре подаем персонажа назад, руку его убираем назад, R, так, пардоньте, R, R, перекручиваем нашего персонажа и, значит, вот это все дело, оп, чуть-чуть возвращаем, все, а, и вокруг. Так, смотрим, здесь у нас, значит, дверь открыта, здесь вот так. И эта дверь должна у нас прописаться здесь, как положено, в руке. И вокруг. Ну, где-то какой-то косяк, вот если рука будет проскакивать, там уже на каком-то кадре можно чуть-чуть его прибрать. Так, ну все, этот персонаж у нас, значит, едет. Это уже отшлифовать, там где-то чего-то добавить. Колеса тоже можно на каком-то кадре, чтобы не крутились, сделать. Давайте попробуем. Значит, вот это все кручение. Вот, кручение. Начинается у нас, где он садится, да? Как это сделать? Значит так, на первом кадре находим наши вот эти прописюльки. И значит, где она тут прописывается? Английская. Так, она не пишется. Так, тут у нас где она есть? Так, а ну-ка. Ну, значит, пропишем просто. Ротация. Вот он сел в машину. Заводит на 50-м. И значит Shift D. Так, она крутится постоянно, да? Ага, вот она, прописка пошла, значит, да? На первом кадре прописываем. Так, здесь она у нас крутится. О, наоборот. Здесь мы ее заблокируем, пропишем. А здесь мы ее уже... Так, здесь вот тоже заблокируем, пропишем. А вот с 50-го кадра отблокируем и пропишем. Так, о. А по барабану один фиг крутит. А как же так же? Значит так. Закрываем, прописываем. По барабану. Вот так, а как же ее остановить тогда? Ну, первый кадр должен стопорить. А он крутит ее постоянно. Вот это тоже надо разобраться будет с этим делом.
Так, локация. Так, если на нее не влияет, короче, получается, что колеса будут крутиться постоянно. Если только... А ну-ка. Ну, надо что-то с ротацией придумать здесь. Ну, без разницы, у нас погоня. Так, где у нас кучки пошли? Все, вот он сел. Так, теперь у нас получается, выбираем только, значит, колеса, машину, заходим по смот. И, значит, вот здесь уже вот так вот. Там же две, ага, две кочки. Так, здесь у нас колеса поднимаются. Так, ага, стоп. Так, 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 так. Прописываем. И локрот. Ну, чтобы на месте все это дело, да, крутилось. Потом на 25-м поднимаем наши колеса аж кверху. А ну-ка, так, машину теперь R кверху поднимаем, колеса тогда чуть-чуть делаем вибрацию. Ну да, раз. Теперь R. G. Так, колеса немножко теперь назад. И вот это, значит, тоже, оп, чуть-чуть выравниваем. Так, здесь у нас что получается? Давайте рут костью все это дело подымем. Задние колеса, они же на амортизации чуть опускаются. Верхние, значит, чуть-чуть поднимаются. Надеюсь, правильно, да, вот это. Ага. И передние тоже чуть-чуть поднимаются. Так, ну и можно вот это все нос чуть-чуть задрать. А, и локрот. Так, значит, здесь машина опускается вниз. Колесо, вот это задние два колеса поднимаются как бы кверху. Это много, да? Получается, тогда у нас корпус тоже должен приподняться. Так, ну вот эти колеса может чуть-чуть так опуститься. А задние, ну, в принципе, пределом уже, да? Сильный подъем тоже им не нужен. Так, здесь что у нас получается? Жопа поднимается, нос должен припуститься. Ну, а, и локрот. Так, теперь у нас Alt-G, Alt-R. Возвращаем все назад. Так, выбираем колеса. Alt-G, Alt-R назад. И, значит, рут костью все это дело опускаем. А, и локрот. Вот если по-быстрому, то будет прикольно. Так, что там?
Так, нужно теперь разобраться, где, как можно прописать вот эту empty, чтобы она, значит, не ехала, как сказать, до определенного момента, колеса, чтобы не крутились. Вот если выбрать ее, по идее, прописывается вот здесь. А как это все дело здесь, значит, почему она, возможно, то, что она на фрейме вот это стоит, ну, в принципе, что? Но если я с замком ее должен прописать, она должна на определенном стоять, да? Ну, давайте попробуем. Так. И. Lockrot. Scale. Это дата ротация, да? Все равно крутится. А ну-ка. По барабану. Так, здесь у нас стоит клеймо, получается, и прописка, и вот это должен Shift-D стоять и не двигаться, по идее, раз замок стоит. А он все равно крутит. Так, с этим делом нужно подразобраться. А ну-ка, если я все пропишу. Все крутит. Так, можно прописать, значит, а может, сейчас, если у нас на первом кадре, мы же можем здесь прописать ее, да, вот, допустим, у нас стоит десятка, мы можем поставить, допустим, 0. Все, вот она не движется, да, мы ее прописываем где-то до 50-го кадра, и... Lockrot. И потом, значит, на ротацию. Так, здесь можно уже, значит, поснимать эти выделения. И на ротацию тогда прописываем. Так, а где она тут вообще выделена? Ну да. Давайте заново пропишем. Раз. Фрейм. Боковуха. Десятка. Все, задние колеса крутятся, а это не прописалось. А ну-ка, почему? Потому что нужно заново. А ну-ка. На другом кадре. Допустим, вот на этом. На 60-м. Ротация. Звездочка. А ну-ка. Фрейм. Укосина. Десятка. Все, здесь она уже не прописывается. А если мы ее пропишем, то тогда пробуем заново. Тогда она у нас не АУ. А почему? Все, тогда второй раз уже не прописывается. Если я вот эту удалю, то тогда что у нас? Удаляем все кадры.
И когда вот тогда она уже прописывается. Ну, в принципе, если залазит, то можно отдельный кадр сделать, чтобы колеса не крутились. Это будет маленькая такая сцена. Он залазит, все там, ключи, там, руль, все попробует или там сразу по газам. А это, в принципе, уже для погони само то. Еще смотрите, что тут. Значит, по иксу. Вот 10 у меня стояло, 20, 30, 40, это 40, туда будет медленно крутиться колеса. Но можно поставить, допустим, 0. Точка, так, 0. Ну, пускай будет 5. Теперь колеса, видите, вообще быстро крутятся. Аж не видно, что тут. Это многовато. Ну, для погони, возможно, само то. Так, что у нас тут на констрейны? Так, а ну-ка. Ну да, уже быстрее. Ну, в принципе, и так быстро. Все от локации зависит. Но уже вот передние быстрее крутятся, чем задние. Так что настраивайте, если что, как там у вас пойдет, какая скорость вам нужна. А я поставлю 10. Чтобы было одинаково. И значит колеса опять в другую сторону. Выбираем колеса. Тогда по иксу отключаем. Итак, вот такая информация теперь по машине. Если кому-то пригодится в ваших проектах там сделать погоню, то ну, я думаю, что по-простенькому такое дело в мультипликации даже будет приветствоваться. Все, всем пока, до свидания.